Сергея Защита. 195. Вен готов. Виталий Машкевич, Москва. 215 для Евгения Федунова. И еще раз напоминаю тренерам, спортсменам, что у нас, согласно правил, одна минута на заказ следующего подхода. Кто не успел, на меня не обижаться. Итак, вес готов, приглашается Чугунов Евгений, 215 килограмм. Вот здесь я защита. 230. 230 на штампу надо было, а 235? 230 была перезаявка у него. 230, пожалуйста, на штампу. 230, но мне заказывал 230. 230. Для Сарафанова Николая 230. Я готов. Сарафанов Николай, 230. Гудлин, без защиты. 240. Вес готов, приглашается Сергей Лучинков. 240 остается. Приглашается Николай Чернов, Московская область.
Good. You try to make it, but I won't summon it.
Гудлиф без защиты. 330. Итак, вес готов, Владимир Галюк.
Юлия Уменьшева. Вес готов, Лучесов Сергей. Get all with you.
Называется Сабельников Валерий, город Москва. Категория 110 килограммов. Приготовится Степанов Артур. Гудлифт, вес взят. Установить на штангу вес 345 килограммов. Готовится Степанов Артур. Вес штанги установлен 345 килограммов. Степанов Артур, город Москва. Приготовится Многолюб Владимир. Вес взят. Установить на штангу вес 190 килограмм 500 граммов. Готовится Многолюб Владимир. Вес установлен. Называется Многолюб Владимир, Украина. Вес на штанге превышает мировой рекорд.
New World Record Day. Приготовиться. Машкевич Виталий. No lift. Yes, нельзя. Рекорд у меня. На Галю Владимира закончил. Тягусь, ребятам, 183 килограмма. Устоит на шангу вес 225 килограммов. Готовится наш перец. За ним готовится еду готов. Вес установлен, называется Машкевич Виталий, город Москва. Юниор, весовая категория 110 килограммов, готовится Чугунов. Янович, подойдите к судейской бригаде, к секретарскому столику. И Янович Владимир Слав. Гузлы, без взят. Помогите, пожалуйста, помочь мужчину. Его система установила на самбуле 232 килограмма. Готовится Чугунов Евгений. За ним Сарафанов Николай. Чугунов и Евгений, Краснодар. Готовится Сарафанов Николай. Закончил тягу, стал 225 килограммов, установить 260. Чугунов Евгений. Согласен в конце раунда сделать подход на 232,5, потому что была ошибка на штанге. Она превышала, так он здесь не взял. Нет, не взял. 5 килограмм было больше. Пойдешь на 232? Думай, бери. Как раунда 232,5. Вес готов, вызывается Сарафанов Николай, Россия. Готовится Чернов Николай. Но, увы, нет, я закончил тягу
результатом 240 килограммов. На этот билет называется Черновская Лай, Московская область. Выступает с ветераном 45-49 лет. Готовится Абаев Асланбек. Ноу-лифт вместе засчитан. Закончил тягу с результатом 250 кг Чернов. Установить на штангу 272,5 кг. Что является мировым рекордом для атлетов Мастерс 50-54 категории 100 кг. 272,5 кг готовится Асланбек Абаев. За ним готовится лучший боксер Кирилл. Вес готов. Дамы и господа, приглашается многократный рекордсмен мира Асланбек Абаев в России. Петр Николаевич проверяет экипировку, я думаю, там все будет нормально, потому что Асланбек всегда соответствовал. Поздравляем с новым мировым рекордом Асланбека. На этот же вес приглашается Лученков Сергей. Следующий вес готовится Гривцов Владимир. Гудлиф вес засчитан. Установить 280 килограммов готовится Кривцов Владимир и Амельченко Виталий. Называется Гринцов Владимир, Московская область, Россия. Приготовится Олеченко Виталий. Я уже вызвал. Ноу-лифт 250, закончил я основным результатом 270 килограммов. На 280 вызывается Амельченко Виталий, город Москва. Следующим весом приготовится Кульников Вадим. Подход неудачный. И закончил тягу становую с высотой 275 килограммов. Установить на штангу вес 285 килограммов. Готовится Куликов Вадим.
Следующим весом готовится соперником. Вес готов. Вызывается Куликов Вадим, город Саратов. Мастер 40-44 года. Приготовится Сабельникову Валерию. Готлик, вес 2 к 1 засчитан. Закончил тягу с нами 285 килограммов. Смотрите, на штамный вес 315 килограммов. Готовится соперник Валерий, и за ним готовится Степан Абартур. Итак, вес готов. Называется Сабельников Валерий, город Москва. Готовится Степанов и Чугунов. Лифт, вес взят. Закончил с нами утягу с ударом 315 килограмм. Установить на штангу вес 350 килограммов. Готовится Степан Абартур. За ней приготовится Чугунову Евгению. Называется Степанов Артур, город Москва. Готовится Чугунов Евгений. Закончил штановую тягу с результатом 345 килограммов. Установить на штанг вес 232,5 килограмма. Готовится Чугунов Евгений. Вес готов. Вызывается Чугунов Евгений, Краснодар. Закончил становую тягу с ударом 232,5 килограмма. Итак, наша сессия завершена. Ориентировочно через